я еще одну херню не достал, сейчас достану. А что такое? Сейчас. Ой, блядь. Ого, слышь. Ого, ебать. Нихуя. Нихуя мемная хуйня. Не, мемная хуйня. Смотри, когда он типа становится, ну, кривым, блядь, тут порылом. Нихуя себе. Два раз просто на курок щелкаешь, он выравнивается. Здорово. Здорово всем. Башку хоть помыть, все, на то ебал завали, это, блядь, этот, как это называется? Сейчас, я тебе еще кое-что дам. Это, этот, как это, блядь, глина нахуй. Распизделся, сука, вонючая, блядь. Красотка, блядь. Бля, хорошая, кстати, отмазка, блядь. Когда реально два дня голову не мыл, это глина нахуй. Это серьезно, глина, блядь, что это такое? Сейчас. Я так и знал, что свинота, на, блядь, на джибой напишет это. А это что такое? Это Денисик? Не, это чтоб ставить можно было. А это тут микрофон ёбнутый? Да нет, у меня ебаный. Похуй. Смотри, если ты, короче, выпрыгнул, в какую-то сторону направил, смотри, а. Два раза сзади на курок нажал, и она себе выпрыгнула. Блять, нажми, сука. Ебать, этот стабилизатор? Этот стабилизатор умнее меня, нахуй, мне кажется. Я думаю, все-таки стоит, короче, сходить в какой-то магазин, и кому-то что-то купить. О, если кто-то подойдет из зрителей, я могу вас накормить, если что, бесплатно, нахуй. Тебе 10 человек придет? Нет, одного только. Слова, нахуй. Нет, только одного. Сейчас приду к какой-то цене, нет. Возьмете и сами угадаете, нахуй, какую-то цену, схуяли-то. Реклама Ростелекома будет? Нет, сегодня без рекламы Ростелекома, блядь. О, Вась, спасибо за рейд, если там рейд. Странно, причем. Что я не член мем, да? Авиапарк? Не, нихуя. С днем рождения, спасибо большое. У меня была идея какой-то девчонке подарить, блядь, кроссовки. Ну так я подумал, нахуй оно надо, блядь. Правильно переубедил? Да. Нахуй оно надо, столько денег тратить. О, нет. Я бы что-то кому-то купил чисто по приколу, ебать, милую хуйню, но у тебя есть лишние деньги? Нет, у меня нет лишних денег. Да милую жвачку лобысит уже. А? Жвачку лобысит уже охуенно. Подарить жвачку? Да, лобыс. Что это за хуйня? Ну, либо, что, не знаешь, что? Нет, я знаю, но... это. Но это же... Не, кому-то девочка, вдруг она еще втюрится, блядь, в пизду. Это уже можно, да. Мега белые дачи, не-не-не. Вы, блядь, ТЦшники рядом с Люберцем смотрятся? Не-не, чуваки, это не так работает, нахуй. Ой, блядь, что я сделал? Ты не будешь говорить, Дима? Ну, думаю, все и так бывает. Странно, что еще никто не написал, какой ТЦшник, блядь. По фудкорту. Да не сальная башка, это, блядь, это глина, нахуй. Макс, у тебя майка наизнанку? Вообще, ёбнутая. Чё? Серьёзно? Да. Ты пиздишь-то, блядь. Будет батл больше, кто кого узнает? Да мне кажется, вообще никто не подойдет, не узнает. Никто никого не узнает. Кому я нахуй нужен, блядь? Такая же хуйня. Я такая же хуйня. Это уже на пару все знали, нахуй. Я думал уже. Ну, расскажи, как поебался ты, нормально? Чё ты, блядь? Ты вчера рассказывал то, что сгонял в этот. Ну. Я вчера такую хуйню съел. Я, блядь, я на туалете так долго сидел, блядь. Я просто дристал несколько часов, нахуй. А у меня еще туалетная бумага закончилась. Пиздец. Ты такая, сука, ебаная, лёг. Дай бог тебе здоровья, блядь. Я боюсь, что ТЦшник говорит, мне кажется, кто-то хочет мне прийти ебальник разбить в GTA 5, РП, нахуй. Чё, понял, блядь? Чего охуел, блядь? У меня перцовый баллончик с собой. Серьезно? Да. Ладно, тогда можно говорить. Начинайте обладатель Оскара по РЛ делать контент. Че, попиздили? А, у меня же Оскар.
А тебе статуэтку не прислали еще? Нет, еще. Лучший ИРЛ стример года. Один стрим ИРЛ в месяц. Я хочу подойти к какой-то девчонке, показать типа свой инстаграм, попросить оценить. Но у меня будет маска и уже другие волосы. Интересно, какая оценка нам поставит? Думаю, по глазам пойму. Нет. Блядь, а тогда не узнавали, когда, помнишь, мы снимали видос? Сидели, я рядом сижу, нахуй, он... Это кто, блядь? У тебя случайно черного багета нет сейчас с собой? Какого? Ну, багет черного цвета. Нет, схуя нахуй. А, ты я похавать хочешь? Да, я похавать хочу, она туда. Ну что, давай, ИРЛ стример. Я? А, кстати, что, может, ты будешь снимать? Ну давай, давай, сейчас я быстренько только... Блядь, тут, по-моему, нет раздевалки, да? Нельзя никуда кинуть... Ты можешь, блядь, в парфюме сунуть. Блядь, я себя чувствую максимально уёбком, блядь, если честно. Ты не переживай, блядь. Ты знаешь как? Тебе нужно, смотри, для того, чтобы нормально себя чувствовать, тебе нужно выйти из зоны комфорта. Чтобы выйти из зоны комфорта, тебе нужно... Ты что ты снимаешь? Ну, я не знаю. Комок нахуй. Стой, держи за рукоятку. Смотри, чтобы выйти из зоны комфорта, тебе нужно прямо сейчас сделать максимально какую-то дичь. Чтобы тебе было не стыдно. Например. Нет, стыдно будет, но потом не будет стыдно. Держи вот за эту пизду. Пять. Давай, сделай что-нибудь. Да погоди, мы выйдем с фудкорта, тут, блядь, люди кушают нахуй. Так чё, блядь, повеселяться, настроение поднимется, аппетит поднимется. Блядь, ты чё? Давай, ладно, я поснимаю. Мы... Давай, сейчас я тебя разгоню, не парься. Мне немножко... Лёх, ты меня когда за талию придерживаешь, сзади, мне не совсем комфортно, блядь. Потому что здесь такие, ну типа, вот такие вот. Что? Ну, ребята. Ёбнутые. Я так за причёмку хочется сказать. Скажи. Я вот недавно начал стримить на Твиче. Какие слова запрещены? Скажи, пожалуйста. А? Ну, например, пи. Ой-ой-ой-ой-ой. О, кексбокс. Пойдём кексбокс. Ой, блядь. Тебе как я буду? Да? Хуя ты, блядь. Я вообще ёбнутый, да? Ой, бля, у меня аж плохо стало от тебя. Пиздец. Пойдём, они твой лук оценят. Ну вон, работники, пойдем. Мужчина, я вам сказала, меня снимать или что сейчас в данный момент? Нужно было не снимать. Что за проблемы, блядь? Проблемы с головой, нахуй. Чего? Я ее не снимал, блядь. Ёбнулась. Мужчина, я просила вас не снимать. Чего, блядь? Мужчина, блядь. Что за проблемы? Заключай. Пойдем в Xbox. Что ты хочешь попросить? Просто я хочу спрятаться, потому что вдруг она с мужем придет. Серьезно? За мужем пошла? Вам не будет? Я не знаю. Пойдем. Там нет никого. Да нормально. Добрый день. Можно у вас узнать кое-что? Смотрите. Вот есть молодой человек. Оцените, пожалуйста, его лук. По 10-бальной шкале. 10. 10? А, серьезно. Смотря для чего. Ну мне просто. Кошечку погулять. Нормально? Ну, пятерка здесь. Красивый ты у меня, Максюш. Красивый мой мальчик. Ну ладно, спасибо вам большое. Мы пойдем. Сладкий мой, пойдем. Слушай, меня сейчас... подожди, смотри, в чем прикол. Смотри, работники не будут говорить банворды. Их уволят нахуй. Нет, я не про это. Кто их уволит-то, блядь? Они не будут материться на работе. Нет. А к обычным людям так подходить я не собираюсь, потому что они сразу же на букву П могут сказать. У меня давление поднялось. Давление? У меня такого количества кринжа мне сейчас, блядь, я не заметил. А почему кринж? Я просто типа разговариваю типа с людьми. Нет, погоди. Стой, я не на то рассчитывал, блядь. А на что ты рассчитывал? Я сразу же член буду в рот брать? Багет. Багет, блядь. Точнее, да. Черного цвета. Погоди. Надо с чила начать, надо с... Сила? С девочкой познакомиться. Ну, познакомишься, я буду оператором чисто вот так вот стоять. Мне нахуй не надо. Как тебе претендентки? Одна это там... Это не кринж? Ты Милф Хантер? Да. Мне пойдем? Постарше. Не, можно что-то купить. Можно какую-нибудь шоколадочку купить и девушке подарить. Давай. Кому? Давай подарим, короче... Сейчас купим цветы и подарим девушке, у которой парень сидит рядом. Ты это сделаешь? Ты хочешь подарить девушке, у которой есть парень, цветы? О, бля, Лёх, у тебя перцовый баллончик с собой? Я пошутил, у меня нет перцовки. Не, правда нет? У меня нет перцовки.
Надо цветочный магазин просто. Да, и магазин оружейный, где там перцовку можно купить. А где тут цветочный магазин? Тут есть, да хуй его знает. Бля, ну честно говоря, сейчас дай-ка я быстренько, подержи-ка. Сейчас я быстренько, да. Блядь, ты ебаный что ли? Пижама, ебаная. Если, блядь, как эту хуйню управлять-то, блядь? Если Юля еще пишет, что это не кринж, я не представляю, что кринж тогда, блядь. Кто пишет? Юля. Кухня? Нет, спальня. Леха, извини, у меня сегодня разрывные, блядь. Ну ладно. Так это не кринж нихуя. Добрый день, дамы. Поздравляем вас с Международным женским днем. Счастья вам и здоровья. Хотите, мы вам шоколадку купим? Вот с моим молодым человеком. Ну ладно. Не хотят, блядь. Не хотят, сука. Ты че у тебя? Че у тебя истерика, блядь? Пошли цветочный магазин найдем. Пойдем, надо, мне кажется, вниз спуститься. По-моему, где-то. О, упаковочный вон. А цветочного тут нет, блядь. Точно. Нам надо. Нет, нам эскалатор вон там. Где? Эскалатор. Пойдем на эскалатор. Хуя ты бык, блять. Я вообще раньше ты соска, нахуй. Я вообще нахуй нереальный самый красивый, блять, мальчик. Нахуй. Мама ну, не зря потела. Согласен, волосы у тебя сейчас бомба, честно говоря. Блять, ну блять, это правда глина, блять, эти. Так я ничего не говорю, я говорю бомба, а не черного цвета. Да? Волосы потрогать? Не, волосы не хочу. Ой, блять, расфокус, сори. Ты говоришь, сколько дней назад у тебя обоняние пропало? Макс? Три дня назад, да? Ну ладно, ничего страшного. Ну, тест, типа, тест положительный был, What's up? Чел, чё? Я знаешь, кого хочу найти? Кого? Я хочу афроамериканца сейчас найти. Блять, по-любому есть, нахуй. Вот клянусь, есть. Поговорить просто хочешь? Ну просто чисто даже рядом постоять, нахуй. Блять. Чё ты сказал, даже мне некомфортно стало. Что? О, цветы. А где? О! Или это просто потом? Блять, это не цветы, походу. Это, походу, не цветы. Вот цветы есть, слышишь? А, сейчас. Извините, пожалуйста, а не знаете, где здесь цветочный магазин? Цветочный магазин. А. А, спасибо. А тут дорого? А, ну ладно. Дядь, тут цветы пиздец дорогие. Можно нахуй мою шоколадку, блядь? Где? А где? Сколько цветов? Ну, типа, блядь, я думаю, в торговом центре дорогие цветы будут. Серьезно? Да, можно подсказать, пожалуйста? А сколько? Одну розочку можно купить? Макс, я тебе забочусь, блядь, о твоем бюджете. Какого цвета? Ну, главное, это чтобы страсть, да? Это типа красный? Страсть, да, от красный? Красную розочку можно? Вот это страсть! Боже мой! Какая страстная роза! Какая? Вся 500 рублей. Хорошо. А сколько она стоит? 250. 250. Заебешь, блядь. Да нормально, нормально. Охренел, что ли, блядь? Главное, чтобы не увидели... А, ебать, там бородатый мужик проходит, блядь. Я думаю, сейчас... Еще что-нибудь спизданет. Ну ладно, мы... Но у меня, кстати, на стриме ни разу запрет... А, нет, залетало. Мы когда с Лехой только что в ТЦшнике увиделись, он меня обнимает, я обнимаю и говорю, привет, солнышко. И тут рядом мужик проходит, блядь. Только смотрит, не понял, блядь. Это что? Мы такой добрым. Да, по карте оплат. По Киви карте. А мы не фоткаем. Это ТикТок. Станцуй что-нибудь, Баксюш. Все в ТикТоке, да? Все. А может, это прекрасной девушке подарим? Не, ну нахуй. Ебать, я сейчас обидно, наверное, блядь. Ты что, услышал? Не знаю. Нет, ну нахуй. Нет, ну нахуй. То есть она дала розу вот эту нахуй? Как будто я... Так, там тупик. Там Зара, блядь. Пошли на Зар. Я
там. Ты тут хочешь кого-то задрить? Ага. Ну давай, скажешь, что поделитесь пополам, блин. Ой, бля, Макс, ну елки-палки, я, конечно, понимаю, что ты, у тебя странные фетиши присутствуют, да, но, бля, Макс, ебаный рот, блядь, тиктокеры ебаные. Она очень вкусно пахнет, это вам. Максюш, ну ты чё? Надо подарил, блядь, и надо склеивать. Ёлки-палки, блядь. Кого склеивать? Чё, отдал, блядь? И всё нахуй. Чё нахуй? А ты чё, не хотел бы это самое, номерок стрельнуть? 8-800. Ага, чтобы она слух продиктовала. Да, а чё нет-то, блядь? А чё нет? -250. Просто реально, -250, блядь. Вот так вот донаты нахуй улетают. Ой, здравствуйте. А у вас телефоны продаются? Нет, это противогазные чехлы и защита на экран тоже. Все. А вот они в телефонах? Ну, это телефон настоящий? Это муляжи. А можно посмотреть? Да, конечно. О, нихуй. Ого. Сейчас разблокируешь, там писька, блядь. Да, чехлы. Не, прикольно. А можно купить этот, не чехол, а муляж, да? Муляж нет, к сожалению. Нельзя? А если взять и быстро убежать? Взять и быстро убежать, я вас догоню. А, не надо. Не надо. Я плохо бегаю. Все, давай. Ну, давай. До свидания. Покедова, покедова. О! Приветики-пистолетики! Ну, ладно. Да, Макс, ты чё, блядь, ёбаный рот. Халял слева, халял справа. Кстати... Ладно, не буду это говорить, а то нет, это просто одну идею придумал другой Кент и пиздок. Фу, блядь. Девушки, извините, пожалуйста, мой молодой человек, мой знакомый друг, он очень стесняется подходить к девушкам, и он ищет себе прекрасную девушку. А я... Что? Ну вот просто подойди, вот. Так, все, мои полномочия, все. Вы разговариваете? Разговаривайте, разговаривайте. Не-не, ну разговаривайте, ну чего вы? Не хотят, не случайно. Ну ладно. Блин, ну что так? Девочки, только не обижайтесь, я дурачок просто. Хорошего настроения вам. Приятного аппетита. Ух, 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 как уминает. Ух, как уминает. Девочки, ой, ух, как уминает. Я ебал, блин. Как я багет. Ты такой уёбок, на самом деле. Я хотел к ним подойти, чтобы она оценила мой инстаграм. А, так ты бы так и сказал, блядь. А ты в итоге подходи, разговаривай. Нахуй ты это сделал, блядь. Потому что это максимально неловкая ситуация, которая может тебя, знаешь, как-то развесить. Ну как, ты можешь лишиться чувства кринжа. Просто, ты понимаешь, это стыд. Ты подошел и молчишь, блядь. А я отхожу с камерой, понимаешь? Я тебя подставил. Лёг, ты меня подставил. Ну пойдем, вот женщина оценит. Ну ладно, пойдем, какая-нибудь девочка оценит. Я хочу, чтобы мой оценили инстаграм. Там очень много веселых людей на улице стоят, курят. Не, давай без них, очень веселых людей. Надо... У тебя такой сексуальный затылок, я охуею. Серьезно? Да. Надо, бля, надо даму найти. Пойдем вниз, там больше людей, видишь? Да, внизу больше людей. А парни будут оценивать твой инстаграм? Или парни? Нет? Да. Да мне что-то въебал, не хочется сегодня получать. Ой-ой-ой-ой-ой, бэби-бон. Вот, прекрасные дамы, давай вот этих. Чё? Твой инстаграм оценит. Попросить? Не, я попрошу. Давай. Девушка, здравствуйте. Можно у вас? А вы можете инстаграм мальчика оценить? Я нахуй? Да ладно, мы не скажем вашим парням, оценить? Ничего страшного. По десятибалльнику. Просто не внешность, ну ладно, внешность, но просто... По десятибалльнику просто оцените и всё. А там какой инстаграм? Там голые фотки есть? Нет. Фестивальные? Да, да, да. 4. 4? Спасибо. Да. Спасибо вам большое. Да. Четверочка, да? Максюш, я бы шестерку дал. Да, какой хуёвый, в пизду. Бля, она поняла, что это ты, наверное. Не, вряд ли.
Хотя он так посмотрел. Четверочку. Блядь, чел, 4, это пизда. Она теперь мой. Твой? А, ну мой, по-моему, вот ебало сразу, блядь, будет понятно. Да, по-моему, мне там очевидно, блядь. Привет. О, я тебя знаю, кстати. Меня? 1-0. Да чел просто на меня начал смотреть и смеяться. Я говорю, привет, он, привет. Я говорю, я тебя знаю. Он такой, я тебя тоже. Понятно. Вот так вот зрители и находят, блядь, понимаете? Все стесняются подходить, ты должен сам вычислять, кто тебя знает, кто тебя узнал, и говорить, ну давай, ну сфоткайся со мной, пожалуйста. Кому похавать купить, приедете уже в торговый центр. Только не говори его название, блядь. Дай багет, пожалуйста. Лёх, ну кухня в чате, блядь. Так и чё, блядь, мы расстались? А, точно, я забыл. Бля, сколько эта тема ещё мусолится, нахуй, будет интересно. Когда про я это забыл, блядь. А где тут ритуально? Ща приеду, Рокси написал. Куда Рокси нахуй собрался? Его, блядь, чтоб накормить, то пол торгового центра скупить надо будет. Так. Он так охуенно в кофемании похавал, пиздец, на 3 с чем-то тысяч, блядь. В кофемании на 3 с чем-то куска? Да. Так возможно? Ну, он захавал Цезарь, захавал карбонару. Блядь, видел нахуй? Захавал карбонару и бургер, блядь. Марина задел. Ура, это прикольно. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита вам! Всем похуй! Пойдем на секундочку, выйдем. Пойдем выйдем, а? Чего ты хочешь выйти? Я просто знаю, что там обычно веселые люди, нахуй. Да? Да. Мы в ебасоску не схватим, блядь? Возможно, схватим, но зато весело будет. А, нет, слушай. Пойдем выйдем, вон там. Пойдем выйдем, блядь. Ой, здравствуйте! А, я с мамой перепутал, блядь. Ты чё удумал? Бля, можешь ультануть нахуй? Не-не-не-не-не, ты так ультануешь, что просто здравствуйте, это вам, и уйдешь нахуй. Ну, да. Минус 3000, зачем оно надо? Не, 3, полторы. Не-не-не, это хуёво ульта, слышишь, дядь? Блядь, чатик, скажи, что... Блядь, ребят, скажи, что не надо. Не надо, блядь. А это что такое, клубника? Ну, походу. Извините, пожалуйста. А что-то подешевле есть? Ну, дешевле, чем 1500. Есть что-нибудь? А, пойдем. Халява слева, халява справа. Тут, кстати, очень дешево и выгодно. Можете покупать. О, это уже наш вариант, слышь. Ух ты, какие цены. Дай вам бог здоровья. Ну чё, дядь, ну, чё берём? А. Меня снимают, слышишь? Да. И в этом девочек. Где? Вон, Соколов. Где? Смотри, пошли. Ух ты! Не, всё же дорого. Нет, смотри, сколько девочек нахуй с такими сладостями. Что там делаем? Это, знаешь, это как... Лёх, это как рай, нахуй. Знаешь, такое белое светится. Ну что? Ну что? Дамы, добрый день! Ой. А ты что меня бросил, скотина? Ты что меня бросил? Серёх, не смея вот. Все, мне стыдно стало, пойдем отсюда. Я думал, ты со мной зайдешь, блядь. Почему? Так, блин, ты знаешь, я каждый раз, я не хочу этого делать. Я перебарываю себя каждый раз. Потому что понимаешь, что, блядь, я не должен ничего бояться. Я же не говорю им, здорово, суки. Я говорю, здравствуйте, дамы, добрый день. Почему ты боишься этого сказать? Типа, ну я... Бля, Лёх, ты заходишь в магазин. Я никого никогда не оскорбляю. Где гробовая тишина, стоит, блядь, 20 девчонок, и ты заходишь и орёшь, здорово, девчонки, да нет ничего такого. Каждый так делает, блядь. Ну, это сложно, но я же никого не оскорбил, правильно? Я никому настроение не испортил этим. Я представляю, что было бы, если бы ты реально зашел в магаз и сказал, здорово, суки, блядь. Здорово. О, слышишь, они на смерть смеются, пошли туда.
Вас заметили. Дамы, здравствуйте. О, у вас тоже электронные сосалки, письки дьявола, да? Да, конечно, сосу не приставая. А, ну это нормально. Это правильно. Можете мальчика оценить, пожалуйста? Да. По 10-бальной шкале. Секс? Слишком смазливый. Ой, так. Смазливый? Да. Почему? Я ему тоже, кстати, говорю, что он смазливый. Мальчуган чисто, да? Ну, да. Но у нас был один раз ММЖ, я видел, как он занимается, я, конечно, охуел. Он, ну, может, на фотках смазливый, но кобылка ничего такая, кобылка ничего такая. Ну, так что, по 10-бальной шкале? Как, сколько? 7, да. Семерочка. Ага, это он! Это он! А, ну, поэтому сказали, да? Понятно, блядь. Ладно, тогда меня по 10-бальной шкале. Дай пососать. Восьмерочка. Дай пососать. Восьмерочка! Охуеть, блядь. Да ну нахуй. Да нет, блядь. Это не, потому что я в лицо спросил, а я сколько? Я расстраиваюсь. Да я знаю. Можно тебя поцеловать? Далек сегодня. Можно тебя поцеловать? Ты меня? Не, просто вдруг кто-нибудь оттуда откликнется, блядь. Блядь. Им по 13. Вам сколько лет? А сколько вам лет? Мне 18 и 21. А, тогда нормально. Тогда все хорошо. Ну что тогда? Да, Лёш. Ну что, это... Да похуй, пошли в стрипуху. Сегодня меня что-то пиздец все хуй сочит. Меня? Не, меня. Ага, блядь. Я уже говорил, я зашел к тебе в Телеграм, блядь. Как там, ребят, как-нибудь оскорбите меня, оскорбите меня как-нибудь. Я, блядь, хуй в рот беру, блядь. Давай подойдем к пацанам. Хуесоса! Давай подойдем к пацанам. Я вас тоже люблю. Ты меня слышишь? Да. Подойдем к пацанам и стримишь, попросим оценить. Давай. Давай, это ты мой контент забираешь, да? Да, сразу прямой видос. Давай. У тебя есть на примете какая-нибудь стримерша? Мудила, блядь. Гайку можно. Гайку? А, гайку, вот, меня оцените. О, давай, пойдем. Пацанам? Марина? Нет, давайте без Марины. Ой, блядь. Так, сейчас. Ой. Пойдем. Че, в ТЦ шли? Да. Или? Ну, я уже замерз, я считаю. Смотри, твой стрим смотрит 100%. Ясно, стрим снайпер, боится подойти. Там тиктоки, там. А, тиктоки, да? Ну чё, кому? А, Боёву, Марину, Гайку. Я как болт, и мне нужна гайка. Вот парнишка идет. Пацан, нужна помощь, помоги, пожалуйста. Так давай без рук, ты чего, блядь, охуел совсем, у меня перцовки нет, блядь. Ты чё, блядь, страх потерял, слышишь? Надо как Жужона. Стой, блядь, нахуй. О, вон пацаны идут. Пойдем, пацаны. Пацаны, пожалуйста, нужна ваша помощь. Можете оценить девочек по Инстаграму? А можно, не надо. Ну ладно, ну как хотите. Но вы одеты бомбово, честно сказать. Форсы охуенные. Говно, Дашу, говно, Дашу, честно Дашу, говоря, Дашу, вот это среда засранное дерьмо, блядь. Блядь, гайку, ну пойдем в ТЦ, похуй. Никто гайку не хочет, что за хуйня, блядь. А, я понял, нужно к стареньким подходить. Не, думаю, от стареньких сразу пиздюлей я получу. Не, насчет гайки, ты понял, да, отсылку? О, слышь. Чего? Кого увидел? Вот этого сигаретка? Можешь девчонку оценить в Инстаграм? По 10-бальной, нет? О, а ты думал, легко такие видосы снимаются, блядь? Легко снимается только то, что ты, блядь, заходишь в торговый центр и орешь, блядь. Здравствуйте! Вот это легко, нахуй, сделать, потому что... знаешь, как нужно говорить? Нужно говорить, оцени, пожалуйста, а не можешь оценить. Понял? Да. Говори, оцени, блядь. Ага. Тебе сложно, что ли? Вот давай, вот
Давай, это самое. Давай, потренируйся. Ты хочешь, чтобы я в торговом центре на манекен стоял, орал? Да. Почему орал, блядь? Потренируйся. Нихуя себе брюлики, блядь. Сколько нахуй? 33, брат. Ха, я ебал. Ну, Москва, блядь, Москва. Пиздец, как здесь жить, нахуй? Тут санлайт есть? Или он закрылся? А, закрывается скоро. Бля, надо найти пацана. Тюфяк, здорово. Тюфяк, привет. Так, где-то... Извините, а можно вас поцеловать, пожалуйста? Меня, блядь, меня фотографии игнорируют, нахуй, представляешь? А что ты сделал? Я уже тебя потерял. Не теряй. Надо найти пацана, блядь. Да не надо искать, просто каждому попавшемуся подходишь. И все, блядь. Не, к старому не хочу. Почему? Давай к охраннику. Давай к охраннику, да. Ща. А где они, блядь? Резко все пропали. Обычно камеру убери, нахуй. Можем на третий подняться. Там мода, там стритбит. А, о! О! В стритбите нормальные ребята работают. Пошли в стритбит. Там прямо у работяг спросим. Они там как стенка стоят. А? Они вот так стоят. Да, да, стоят и ждут, что ты зайдешь, нахуй, чтобы тебе впарить какие-нибудь Джорданы, блядь. На самом деле, я сейчас туда заходил, пока тебя не было. Такая залупа, на самом деле. Пиздец. Чего? Вообще все. Стритбит? Ну, вообще кроссовки, да, там вообще выбора нет, нахуй. Да? Да ладно, нормально. Спасибо за покупку. Спасибо вам огромное за покупку, блядь. А зачем там надпись за «Спасибо за покупку», я не понял. Вон охранник стоит. Где? О, это Юникло. Я слишком серьезный. Добрый день. Добрый. А можно? Помочь нам? Можете девочку оценить по Инстаграму? Нет? Просто по 10-бальной шкале. Нет? Ну ладно, хорошего вам дня. Почаще улыбайтесь, вам идет улыбка. Вы прекрасный. Вы супер. Честно говоря, бомба. Максюш, да. Пошли дальше. Надо на выше подняться. Стритбит еще этаж выше. Или похуй. А, он еще выше? Да. Пойдем еще выше. Мы еще выше пойдем. Так. У тебя тоже на корону тест положительный? Блять. Да похуй. Не, я переболел. Болел? Не, я просто сейчас заболел. А, да? Да. Ну ладно. Блять, ну все, игнорщики нахуй. Никто пятюни даже не дал. В стритбит идем? Стритбит хочешь? Ну да, пошли это в стритбит. Это просто максимальный прием. Да нормально, нормально, нормально. Там работяги, они такие шарящие. Охуя себе, блядь. Что? Вот этот? Хочешь доебаться? Я хочу доебываться. Бля, он какой-то, слышишь, я думал, нормально, он тут злой, нахуй. А тут все, мы же в России, тут очень много злых, негативных людей. Каких? Негативных. Каких? Опа! Пацаны, братишкина смотрите? Братишкина смотрите? Мне сразу ебало порвало. Пусть рассмотрим! Он походу знал, что сказал нет. Моргенштерна слушайте, не стреляю. Ой, бля, бро, это пиздец. Да нормально, нормально, нормально. Нормально. Добрый день! Здрасте. А почему я все время к Джорданам иду? Бля, ну давай, что там нам? А, нужно найти свободного человека, а то они все тут... Все тут заняты. Где свой? А вы заняты в данную секунду? А
такое? У нас есть просьба, смотрите, короче, мы ко всем подходим, парням, и все говорят, идите нахуй отсюда. А нам нужно, чтобы какой-нибудь парень оценил одну стримершу, одну девочку. Может, по Инстаграму, по десятибальной шкале. Давайте сейчас другой парнишка освободится, но мы здесь... Ладно. Ну ладно, просто. Александр, да? Хорошей работы. Спасибо. Опа! Ебать, татуировки охуенные. Рукав обалденный. Надеваю. Держи, Максюш. Давай. А можешь нам помочь? Нам нужно, чтобы кто-то оценил инстаграм девушки, куда звали шкале. Просто оценить. Да. Посмотреть инстаграм и все. И сказать по 10-бальной шкале. Ну, только свои пробы. Давай, да. Нет, ты листай, смотри. От 0 до 10? Да. Где 0 это что? Где 10 это что? Ну просто сам что. Да я понял, ладно, давай. Или ты сколько? А? Сколько лет? Уже можно. Уже можно. Ну, пусть будет. Ну, твердая семерочка прям. Семерочка? Да, семерочка. Все, спасибо большое. Спасибо. Нормально. Спасибо огромное. Слушай, не угадал. Не угадал. У него второй размер груди. А? У него второй размер? В байке? Да. Не знаю, наверное, четвертый. Не угадал. Семерка, нихуя себе, блядь. Не, парни не умеют это самое. По фотке определять размер. Заебешь маску, переверни, нахуй. Да вы заебетесь с этой маской. Слушай, переверни. А переверни, блядь. Маску... Куда я перевернусь, блядь? Татьяна подарил маску со стразами, блядь. Что там такого? А? Кого следующего? Кого следующего? Гайка, блядь, пишет, у меня ноль. Ау, блядь. Нет, там такие бидоны, нахуй. Я не знаю, я не смотрел. Мне, честно говоря, неинтересно, я гей. Ой, тут надо аккуратнее проходить, блядь, сейчас. Прошу, прошлись, блядь, рядом с человеком, такой опасным. Пизда, блядь. О, пошли в Adidas. Не, нахуя. А, блядь, а где все работники, нахуй? О, ай, блядь. Здравствуйте. С Международным женским днем у вас. Спасибо. Почаще улыбайтесь, поменьше не улыбайтесь. Срик ебомбовые. Это паль по-любому. Какую стримершу? Хочешь, чтобы девушки оценили? Нет. Парни? Да. Парням тяжелее подходить, блядь. Они такие, знаешь, закрытые более. Да. К девушкам легче подходить. Давай лучше пускай парни оценивают. Марину Байову, Марину Байову, Марину Байову, Марина Байову, Марина Байову, Марина Байову. Кухня. Марина Байову. А я... Ой, блядь, ёб твою, блядь. А чё у тебя, блядь, денег нет, чтобы одежду купить? Это чё такое, нахуй? Что это за дырки такие? Мама видела вообще? Блядь, ну на что хватило? Знаешь, розы ебать каждый раз покупать, знаешь, сколько бля, стоит? Бля, тряпки нахуй. Я Марину не смогу оценить, потому что, во-первых, я не думаю, что она хочет, чтобы о ней вспоминали. Накрыла. Чела. И у нее публикации нет. Она сейчас, ты у нее заблокирован? Нет. Она просто удалилась, наверное, или скрыла. Понял, блядь. Пусть меня мужчины в возрасте оценят. Тебя? Кухню. Ну давай. Пацаны странно нас смотрели, слышишь? Но по-любому хотят нас. Где найти теперь мужчин в возрасте? Слушай, тут есть какой-нибудь магазин ручек, блядь, коллекционных? Магазин рыбалки надо, нахуй. О, блядь, точно! Бля, какой музон балдежный. DMC. Бля. Да я богатый уебок. У него денег так много. Я уебал короб, блядь. Я чуть глаз не пробил, блядь. Твоя мечта сбылась. Подожди, стой. Это как девушка подходить, стой. Я типа, что сказать? Что сказать, блядь, что сказать? Что сказать? Ну, во-первых, what's up? Ну, hello. My, I am Max. 22 years old. I'm... Do you speak English? Да.
Yes. Не, ну первый вопрос, do you speak Russian, во-первых, да, чтобы мало ли что. Блять, слышишь? Чего? Может, он кухню оценит? Иди ты нахуй. В смысле, схуяли? Ну давай. А че? Подожди, слушай, иди к чему? Иди ты нахуй. А ты что, нет, ты не хочешь? Да, да, ну пожалуйста. Не, не, нормально, не, не, нормально, не, похуй, похуй. Блять, он так, ну как будто, знаешь, он клад какой-то ищет, нахуй, я пошёл. Не надо лучше? Почему? Почему Сантос? Бля, он какой-то слышал, какой-то странный, какой-то потерянный. Упустил ты своего любимчика? Не, не упустил, он какой-то просто странный, нахуй. Мне, мне к нему страшно подходить, блядь. Негативный человек. Иди, похуй, давай. Ты идешь к нему? Ты че, блядь? Ты с кухней? А? С кухней? Да-да-да. Аккуратнее, там фотки могут быть пиздец, не для Твича. В смысле? А где он? А что тут, тут нет ничего такого? Ну вот из последних тут нет ничего такого. Слушай, а чем мы преследуем человека, блядь? Бля, у меня столько мыслей нахуй сейчас в голове, бля, знаешь? Бля. Типа, не по себе, блядь. Беги, 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 пока не зашел. Магазин, ну там магазин вон. Мон. Пломбир, нихуя. Не-не-не, а как тут магазин называется, слышите? Че? Смотри, как магазин называется. А что такое? Я просто не буду, что такое даже понимаю. Так, тут, тут может пропасть интернет, но надеюсь, не пропадет. Аксиш, F? Бля, я не хочу делать. Бро, привет. Можешь помочь? Можешь девочку оценить в Инстаграме и все? Просто посмотреть фотки и сказать от 1 до 10 и все. Нет, пожалуйста. Просто от 1 до 10, ничего такого. А как зовут? Юля. Как тебе? А? Давай. Чё давать? Ой. Нет. Красивая? Да. От 1 до 10. Пойдёт? Один. А? Один? Один? Спасибо. Спасибо. Блять, он не понял, чем мы хотим, слышь? Чё? Он не понял, чем мы хотим. Один. Ща самооценка у Юли, блядь, такая, чё, блядь? Охуел? Блядь, у меня... Когда я... Когда подошёл, он такой... Ебать, у меня аж нахуй дрогнуло. Да он по-русски плохо. Ты говоришь, здорово, бро. Я уже, типа, я уже понял то, что он, ну, типа, по-русски не очень хорошо говорит. Да? Ну, вот. А ты такой, здорово, бро, можешь по Инстаграму оценить? А чё? Даже я не понял, что ты сказал, нахуй. Нет, как он понял? А чё мне его нам сказать? Hello? Hello, блядь. Can you нахуй... Can you нахуй... Can you нахуй give mark this Instagram, нахуй, girl, блядь. See this, see. Ru, Twitch, streamers, нахуй. Let's go, 1, 2, 10, блядь, да? Да. Ага, нахуй. Чел воды попросил, 1 литр, блядь. Ее оценить. Бля, почему-то я хуй знает почему, я сейчас вспомнил видос Two Girls One Cup. Че такое? Ты не знаешь видос Two Girls One Cup? Ну... Ребят, вы знаете этот видос? Может быть. Он такой олдовый, нахуй. У меня еще, блядь, на Nokia он был. Nokia?
выпил звонка, блядь, пиздец. Что он сказал? Три там что-то такое было, да. Блядь, да. Ты слышал? Да, да, да. Ну там было что-то три, два и что-то раз, что-то такое. Ебануться, думаю, мне показалось нахуй. Не, не показалось. А, блядь, чат смотрит нахуй. Я читаю чат все время. А что ты в чат-то смотришь, охуел? В смысле, а что такое? Все понятно, нечестно. Чат смотрит. Надо кому-то приятное сделать. Девушка, вы очень красивая. Да все похуй. Девушка, вы очень красивая. Вы очень красивые. Ты что, надо кому-то приятно сделать? Делай им приятно, блядь. А, Рокси. Ты подходишь, говоришь девушке, что ты красивая, которая в маске. Он думает, ты что, блядь, вообще нахуй или ебаный? Я так говорил, типа, у вас прекрасная улыбка, а не в маске. Прекрасная улыбка, блядь. Ух ты, это что такое? Здрасте. А, злые, негативные люди. Негативные, не хотят общаться, блядь. Пиздец. И что делать-то теперь? Приятного аппетита! Блядь, что за игнорщики, а? Макс. Да. Чего они игнорят нахуй? А ну-ка пойдем спустимся. Пошли бабуле пожелаем приятного. Ебать, пошли. Я сейчас такая бабуля тебе, блядь, на три хуя пошлет. Сейчас я девушке, женщине, бабуле в панамке, сейчас я нахуй подарю розу, блядь. Блядь, минус 250 опять. Погоди, там сука. Такая... Бемро, здорово, брат. Кто? Бемро. Бемро, здорово. Бемро, ты же его знаешь? Да. Здравствуйте. А не подскажете, где здесь цветочный магазин? А можно вас попросить? О! Не надо разбивать. Не надо разбивать. Девушка, мы не нарушаем закон. Можно нам розочку, пожалуйста? Вы нарушаете закон тем, что вы снимаете. А какую статью мы нарушаем? Слита. Идет камеру разбивать. Можно нам одну розочку, пожалуйста? Нет, одну розочку вам нельзя. Вы сначала научитесь уважать. Подождите, мы не нарушаем ни один закон. Вы это понимаете? Дайте нам розочку. Да вызывайте, ради бога, блин. Дайте розочку! Ладно, да похуй. Пошли другой. Подожди. Нам нужно купить розочку. Твой канал в моих руках. Да они уже не продадут розочку, да похуй. Твой канал в моих руках. Да. Все, ладно. А я что сказал? Я что-то по-другому сказал? Не, ну просто, блядь. Ты же понимаешь, что по закону мы правы? Мы правы, нахуй. Ну ты видишь, что там все, там пизда. Ой, ну в плане... Осуждаю! Нет, ну в плане все, там уже... Да, блядь, я розочку хочу. Почему она не может розочку продать? Понятно, минус 250. Блядь. Ой, плюс 250 получается. Блядь, ты видишь вот эту бабулю в панамке, нахуй? Где? Бабулю в панамке в розу. Видишь? Это моя мама. Пошли маме твоей приятно сделаем. Пойдем. А что такое Соколов? Там эти... Ювелирка? Да, ювелирка. А, не. Вот. Ну давай конфетки, я хуй знаю. Давай шампунь, блядь, подарим, что-нибудь такое. Щипцы не хочешь? Ух ты, блядь. А почему ножницы такие дорогие? А почему так дорого? Блядь, 5000 за ножницы, чего нахуй? Ребят, Москва, блядь, фикс прайс, заходишь, 70 рублей. Серьезно, фикс прайс ножницы почти не стоит? Ну 100 точно. А тут бред какой-то. Больше нигде нет цветочков. Походу нет. Пиздец, ты заруинил единственный магазин нахуй. Чем? Девушка, тут нет цветочного магазина, блядь. Ой, где здесь цветочный магазин? Блядь, что же они все так агрессируют, ебаный рот, блядь. Я не понимаю, что они себя в плохом свете, блядь, выставляют, когда вот так вот делают. Почему нельзя там улыбнуться, сказать, да вот, а вы чего, хи-хи-хи. Потому что она думает, что она на камере уебищно выглядит. Ну это все, да, из-за того, что она себя не любит. Шоколадку подарите? Там шоколадки, найди клумбу, блядь. Слышь? А? Найти клумбу надо.
цветочную. Давай вот. Зимой, в марте. Хорошо. А ну-ка. Не, Лёх. Да, чистый горшок подарим, реально. Не, мужик, класс. О, бро, это... Чё? Чё такое? Вон, опять. Ого. Который... Адын. Адын. Знаешь, такой Борг? Борг? Да. Знаешь, там цены? Там нет, пиздец. Там пиздец. Там кастрюлю нахуй. Пидал. Пойдем суету наведем. А? Пойдем суету наведем, Борг. Пошли спросим, почему кастрюлю стоит у нас. Давай, спросим. Я хочу, чтобы мне доказали то, что она стоит своих денег. Бля, я очень попить хочу. Надо перекресток, наверное, зайти по фазу. А. Ну, после Борка. Сейчас. Вот. Хочешь Борг? Ворг. Ворг, давай, Ворг. Ворг. Добрый день. Добрый вечер. А можете помочь, пожалуйста, подарочек для моей мамы на 8 марта выбрать? Без проблем. А что там обычно на кухне используют вот это все? Что-нибудь такое? Мама любит готовить и... Честно, не любит, но папа... Любит есть. Папа любит есть, да. Гриль можем подобрать. Можем подобрать вафельницы. Можем подобрать, кстати, мультишеф. Давайте. Если ваша мама не любит готовить, либо не хочет проводить время на кухне, то данные аппараты как раз спасут ее от этого. Да вы что такое говорите? Модели, во-первых, уже вшиты более 350 рецептов. Обалдеть. И ваш папа, кстати, сам может начать уже готовить. Для себя, то, что он лентяй еще тот, он только эти уральские пельмени может смотреть после работы и газету читать. Вот, так что мой папа нет. Гуляш из курицы с леча. Обалдеть. Она умнее тебя. Сколько она стоит? 52 тысячи. А-а-а. Одного-то оставил, блядь, ты ебанат, чел, у меня холодный пот ёбнул, погоди, у меня давление поднялось, что, блядь, да хуй ты меня одного оставил, блядь, он на меня смотрит, нахуй, вслед, блядь, да, сука, 52 тысячи, блядь, ой, не состыковочка, блядь, бедный мужик, ебаный стыд, нахуй, а чё, да не, ничего, блядь, а как ещё отреагировать на 52 тысячи? Бля, я лучше сам буду готовить за 52 тысячи. Яникс. Яникс. Там Яникс. Да, да, да. Там тебе... Яникс. Пошли перекресток. Сейчас это пошли перекресток. Ну постоишь тут, я быстренько за водой схожу. Во-первых, он слышал, ребята, повернулся Яникс, на тебя. Давай. Да, я знаю, он повернулся. Бля, ты ебанат. А что поделали? Ну он же нам не друг, чего нам, блядь. Неплохо еще он подумает. Сейчас даже что-то срокнется. Все, он съебался. Янг Яни. Смотрите, идет с дредами, бля. Вон он. У Яникса мадам есть, оказывается. Я понимаю, что нихуя не видно. Это что за звук? Это строго. А, блядь. Давай потом в перекресток, не сейчас. Давай. Пойдем в туалет, водички попью из раковины. Бронский ювелир. Максюш, ты просто ювелир. Я говорю, ты просто ювелир. В постели особенно. Ой, ебать цену. Чё? Слышишь, кого нахуй? Так это недорого, это ж Москва. Недорого? Можешь купить? А, блядь. Я просто видел только за 18. Потом там за 36 увидел, за 50 увидел. Колечко за 50 тысяч, блядь. Пошли. Люди 2 месяца нахуй работают, чтобы кольцо купить. Охуенно. Чего такое? Ты за свое что ли взялся, блядь? Не. Не? Шампанского не хочешь после вчерашнего? Мой бро стоит. О. Янг Яни. Надел цепь на цепь на цепь. Надел цепь на цепь на цепь. Не, я при таком человеке, ну типа с ним я не буду кринжевать нахуй. Он еще, блядь, даст в лицо в GTA 5 RP, разумеется. Реально, да, это... Да, ясно. Я еще иду спиной. Ты видел около... Они стояли около магазина Бронского, ясно, нищета. Опять ты за свое, Макс. Опять ты...
Максим, а не хочешь вот этой прекрасной девушке подарить? Ну ладно. Подойдите, да идите вы нахуй. Нет, вы чё, блядь, ребят, нахуй надо? Он рэпер, ребят. Он не, я думаю, он плохо с людьми контактирует. Зачем нам доебываться, тем более с камерой? Он сразу поймет, типа, о, блядь. О, ко мне с камеры подходит папарацци, блядь. Пошли, я тебе сердечко куплю за 500 рублей. Какое? За сколько? Не надо. А, ты вот это хочешь? Да, 500 рублей, 5 сердечко. Ну давай. Че, девушки нет, деньги появились, да? Да. Он только что фоткался? Он не фоткался, это он со своей девушкой был. Он со своей девушкой стоял, он не фоткался. Подойди, включи трек Жужу. Очередь, бля. Ё-моё! Бля, а чё так много людей? Может, нахуй? В очереди стоять будем. Ну давай, пока постоишь. Пока постоишь. Опа. А, здравствуйте. А здесь нельзя посидеть просто? А, зона 18+. Не, тогда я ухожу. Мне 15. Но мне, кстати, Айкос нравится. Чё, я посидеть хотел. Чё, тебе не разрешили? Нет. А говорят, 18+, паспорт показывает. Серьезно? Да. Не, правда. Да. А что такое? Зона 18+. Схуяли. Ну, вот так а вот. А это покурить здесь, да? Да, это покурить там что-то. А чё, паспорта нет? Есть. У меня тоже есть. Мне впадло было показывать. Пошли покурим. А думаешь, там тестовые есть? А заходишь, заходишь, есть под курицу? Да куда подойди, он с девушкой со своей стоял, я не. Вообще где нахуй? Мы от него да далеко убежали. Бля, может подойти? У меня сейчас такое ощущение внутри, что это будет ужасно, либо это охуенно будет, если он будет на позитиве. Но я думаю, что это будет ужасно из-за разряда, он камеру просто рукой пнет и все. Да, вот это будет. Но ну, типа он же рэпер, понимаете? Off-white. На нахуй. Off-white Air Force, цвета капуст. Они бунтуют. Бля, так легко бунтовать. Сидишь за компьютером, бля, тебе не надо ничего делать, а мы должны подходить. Лёх. А. Там вынесли что-то, Лёх. Так, а чё украли? Чё украли? Ну ладно, ничего не украли. Это всё нормально? Да, всё нормально. Чё сказали? Говорят, все нормально. Ну еще пусть зовут. Чего? Ну еще пусть зовут не поделили. Ну да, да. Бля, это было бы. Это же было бы реально охуенно. Бля, типа, я не могу сделать типа селфи, разворачиваешь камеру и включаешь трек Жужо, и под Жужо вот так вот фоткаетесь. Ты сейчас только что написал идею для чата, который сейчас они. Я прочитал, делают. По-моему. Я? Да, 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 давай, го-го-го. Хуя в Яник запасать. Бля, ребят, ну нахуй надо. Просто понимаешь. Блять, чела доебывают постоянно камерами, я это понимаю, и типа, обычного человека к нему чаще всего, ну, к нему не подходят с камеры, типа, не говорят ничего и так далее, но, типа, не хочется доебывать человека. Обидно будет, если я сейчас куплю эти шоколадки, она их не примет. Кто? Бабулька. Ну, другой бабульке подаришь. Хочешь, я своей маме передам? Ты сам маме? Съем. А? Ты своей маме передашь? Нет. Ты моей маме хочешь подарить? Не, не хочу твоей маме подарить. А, бля, я охуенно. Чё кухню просит? Охуенно, бля. Да нам похуй, кухня просит подойти. Да, блядь. Мне кажется, вот если была бы кухня, вот она бы подошла. Нихуя бы она не подошла? Нет. Не. Ведь никто бы из сейчас сидящих, смотрящих, никто бы не подошел. Чел... С камеры вот так. Ладно, просто подойти без камеры, сказать, можно фото сделать. Я, да, блядь, попиздить. Лол, я бы подошла, понял нахуй? Да, да, да. Вот так вот с камеры с прямым эфиром? И так вот? Вот так вот бы? Привет, можно фото сделать? Камеры тычу, блядь. Блядь,
стоит очередь? Нахуй да, мы сюда ставим? Я не знаю, это ты своими этими. Да потому что ты заруинил, блядь, магазин нахуй цветочный. Это, а чё, кто знал, что она так будет быковать нам? Кто знал? Ты ее видел, она нахуй вылетала с двух ног. Она вообще уехала, блядь. Он нормальный чел. Юль, блядь, давай в Москву прилетай и подходи сама. Чё себе пишешь, Леница, где он нахуй? Да он уже ушел давным-давно, что он на месте должен стоять, нас, бля, что ли, ждать? Прикинь, взять и подарить цветок девушке Яникса, которая стоит с ним. Вот это вообще была бы пизда. А это зачем все... ты это говоришь, если мы это делать не будем? Я знаю, мы это не будем делать, у нас яиц не хватит нахуй. Да? Ну не хватит, я не хочу это делать. Он бы тебя разъебал. Одел цепь на цепь на цепь. Надо подойти и сказать, надел цепь, а не одел. Понял? У него же типа в песне «Одел цепь на цепь на цепь». Ну что? Ну просто а поправить это, его, это блядь. Вроде правильно, когда идет тавтология, типа «Одел, одел, одел, одел» через «О», не через «На». Одел. Я хуй его знает, похуй. Чё, какую-то ерунду сказал. Да похуй мне. Ну пойдем, я не спа... Постой, я не спыщу. Скажу, чтоб подождал нас. Блять, а где он? Где он? Да ё-моё! А всё, его нет. Яникс! Янг Яни! Блять. Макс! Яникс ушел! Сейчас подходит и мне чисто сзади тычку дает. Он не подождал нас? Не подождал, вот, блядь, все понятно, че свой рэпер. Не подождал. Он тебе бабки вернул? За что? Он тебя стрелял, помнишь? Вернул тебя? А, 150 тысяч, которые? Да. Не. Ну, а зато вдоль Чигабана ходит. Обзор, да. Я сейчас обзор был. Обзор на батю. Сука. Обзор под дабстеп. Я сейчас чел написал охуенную идею. Какую? Давай не матерись, здесь люди стоят. Матершинник. Охуенную идею написал чел. Какую? Сейчас. Сейчас оплачу. Давай. Ну только там без продолжения, но пойдем. А, что, с банвордом, что ли? Нет. Что такое? Когда 8 марта? А какого числа 8 марта, а? Здорово, у меня сейчас стрим идет. Я после стрима перезвоню. Давай. Кто? А? Кто? Шеф? Нет. Блять. Да. Мы стояли полчаса ради ебаных блядских 5 концертов за 500 рублей. Так это ты? Я не знаю. Мне кажется, там уже там ушло. Пойдем еще раз подаем, Розу попросим. А? Пойдем Розу попросим. Продать. Ну давай, я позвоню, скажу, дайте книгу жалоб предложений, Розу не продают. Давай после стрима на видос разъебем. Ну, нет. В хорошем плане. А и зайдем в телегу. Давай. Я на стриме не хочу, я, блядь... Ну давай, сделаем. Здрасте. Это мне, дорогой? Это мне? Спасибо не, большое. Не-не, пошел. Ага, карта. Миллионер, хер.
Лучше Ferrero Rocher купил. Хера себе пакетик, блядь. Понятно, за пакет отдал. Блядь, как из ЦУМа, слышишь? Реально. Ща Янец такой подходит, что звали? Она сидит. Кто? Бабушка? Конфеток, да. Давай. А вдруг она с хахалем? Или думаешь, она одна? Вдруг она с хахалем? Сними, сними только сзади, я сейчас слушай, подойду. Слушай, лицо злое, пиздец. Похуй, сними сзади просто. Давай. Пикап начинается. Молодой тиктокер, блядь, пикапер. Все засал, нахуй. Все засал, блядь. Блядь, чел, она меня взглядом съела, нахуй. Она сидит здесь и слышит. Ой, на, да похуй, подержи этот пакет. Да в пакетике лучше. Молодец, Максюш, молодец. Молодец, молодец. Не застеснялся, подкатил. Я забыл, как разговаривать надо. Ты слышал? Да. Возьми борта. Возьми борта. Блядь. Минус 500. Минус 600 уже. Или сколько? 450 плюс 250, это сколько? 700. Ебать, а чё так много? Пиздец, я ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Ой, блядь. Ай, бля! И главное, когда ебучку будут бить, только не снимают. Да, окей. А там видно в кадре? Ну да, в уголке. Всем привет, дорогие друзья. С вами мистер Макс. Норм, что я кринжу не от кореша, а от Макс. Как это? Суета доводит. Бля, сейчас к нам еще подойдет ебальник. Так я тебя снимаю. Мы ведем прямой репортаж. Ладно, похуй, что там, пойдем. Сами разберутся. Они не могут понять, где выход просто. Да? Да. А нам куда? Пошли вам видео, хочешь? О чем видео? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, слышишь, не снимай эту хуйню. Суета громко началась. Переверни на себя. Дай под... Ну, не на себя. Сейчас ебальники полетят. Fan of fighting, блядь. О, еще один подключился. О, двое против одного уже не честно. Давай за мужика вступимся, нахуй. За какого? А? За какого? Ну вот, который стоит. Против охранника? Да. Да хуй с ними. Хочешь, я сейчас пойду разберусь? Ты хочешь? Скажи нет. Хочешь, я пойду разберусь? Хочешь? Да. Все, блядь? Все? Думаю, я скажу нет? Предатель, ебаный. Не, лучше в конфликтную ситуацию не влезать. Тем более на Твиче, блядь. Минус ебучка. Прямо вам видео? Не знаю. Что-нибудь вам видео может поделать? Ну пойдем покринжуем, блядь. Пошли покринжуем. Что только дарить, блядь? А? Что только дарить? Что-то подарить? Нет, что мы только что-то дарим, блядь? Ну приятно делаем. Ну да. Блядь, ну и что, может охраннику пойти розочку подарить? Розочку, блядь? Чтоб не ссорились. Не хочешь пойти подойти опять к той, блядь? Продавщица, нахуй. Будет искать Яникса, но можно попробовать Яникса. Да он, я думаю, съебался уже. Пойдем к охраннику? А? Где тут охранник? Спроси, что произошло, блядь, что за конфликтная ситуация? А если сейчас Бонвор пизданет, блядь? На букву Х, например. Есть. Ой, бля! Да. Хуй, ты хотел сказать, да? Хуй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такое нельзя говорить. Такое нельзя говорить, да, согласен. Ой-ой-ой. Я понимаю, что я виноват. Что за суета, блядь? Ебануться, блядь. Что за суета? Пошли наверх. Блядь, пошли, вон видео, включим трек ЖЖ. Блядь, я это делал уже, ну погнали. Ты сука, делал я очень хочу пить, да. Я очень хочу пить, бля. Еще да. Чуть-чуть. Сука, он меня заставляет, блядь. Что заставляет? Хочешь, пошли, я тебе куплю попить? Пошли. Да я куплю себе попить. Пошли, быстренько спустимся в этот... Да я не хочу ФК стоять. Так там у меня ФК, блядь, там что же... Посмотрим, если там будет работать интернет, можно там тоже суету навести.
Пойдем. Перекресток быстро зайдем. Мы же в видео или перекресток. Ладно, погнали в видео. Или в перекресток. Не, ладно, погнали в видео, потом зайдем. Ой, состыковочка произошла. Бля, че он так радуется, нахуй? Ебать, че съебало? Че он так радуется? Еее, Samsung подарили. Точно на этом пойдет? А, здесь может быть пропадать, но он тут работает. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Слушайте, нормальный такой лифт тут у вас. Телепорт. Заценил, Максюш? Там как в Гарри Поттере лестницы сами двигаются. Вот. Только не факт, что они будут работать. Не, это нихуя, они работают жестко. Они жестко въебывают. Опа, теперь ищи блюпуп. Нужно посмотреть по этому артикулу, как он там. Ну, где-то тут надо посмотреть. Найди парня или девушку, отлежи ей в примерочной. Ага, охуенная идея, блядь. Для стрима. Охуительно. Чат прочитал. Мама, я влюбился в нее. Так это нереально найти. Это, блядь, смотришь, это точно средство для волос? Это глина. Ну, глина для волос, конечно. Ну, ты глиномес, блядь. Это сложно найти, надо попросить кого-нибудь. Ты смотри, сколько устройств. Ищи вот Harman Kardon. Я понимаю, но тут, блядь, его нет, нахуй. Huawei, блядь. Нет его? Ну, я не могу найти. Тогда давай какой-нибудь... Ну, давай вот эту херню. Босс, она работает? Опа. А это что? О. Bluetooth. О. Connecting to Huawei. Чего, блядь? Почему она приконнекчена уже? Сука. Она реально законнекчена. С кем она законнекчена? Охуенно. Давай Sony какую-нибудь. Какую Sony? Это не работает, блядь. Минус 38к, бля, она 38 тысяч стоит? Ебать. Ебать, а что она такая дорогая? Почему реально-то 48 тысяч стоит? Ебать, босс. Что такое Sony, SRS, блядь. Тиктокеры, как же вы заебали, блядь, реально. Свои тиктоки снимают тут. Лёха, это нереально. Извините, пожалуйста, а можно вас секунду? А вот, здравствуйте, а часто вот приходят вот такие вот тиктокеры, как вот этот вот молодой человек? Постоянно, да? И что-то включают, свою кринжовую музыку. Да. А чего вы их не выгоняете нахуй? Зачем? А, ну это правильно. Это правильно. А поможете нам включить? Мы тоже тиктокеры. Гален, Кобяков, Гален, Влад Бумага. Попробуйте через NFC подсоединиться, так проще. Как? Через NFS. NFC? NFC это же для оплаты. Ну, правильно, но не только для снижения, а уже для... Понял. Нифига себе технологии, это чудо. Ты точно так работает? Не, сейчас у тебя деньги с карты снимут, блядь. Скам. Вы прям как Дмитрий Ликс тоже скамите людей. Я тоже иногда смеюсь, но шутку не понял. Не так должно работать. Ну, подсоединяем, вы не подсоединяете? Нет. Суету навести охота. Ой, я ебать испугался, блядь. Че это за горы российские? А что такое? Да, блядь. Блядь. Ёбаный рот, блядь. Случайно. Так, надо аккуратнее посмотреть тут галерею, чтобы там писек не было. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то нет писек? Лёш. Готово? Да. Потом с тобой селфачок сделаем. Поставим на заставку. Блядь, 71 тысяча? За что нахуй?
За российский флаг? Патриотический планшет, слышь? Давай, врубай. Больше. Да? Да сильнее, сильнее. Да сильнее, что ты, блядь? Это максимум на телефоне. Не найдешь меня, потерял. У тебя максимум? Ты мне не нужна, нет. Танцуй. Со мной акула. Она дает губы, ее парень тупит. Он это не любит. Блядь, я сейчас... Но мне вообще как-то поебать. Ты что не так? Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Ой, блядь. Ой, ебать. Блядь. Я простой бездельник. Это все. Я простой бездельник. Блядь. Давай песню, которая... Бич, снич. Что это такое? Ну там вся песня в Н... N. А, давай, слышишь, неплохо придумал. На моем, да, стриме? Да. Давай. Это я... песня, не забанят. Это песня. Мы тиктокеры, кстати. Не обращайте внимания. Блять, каждый человек думает, ебать они конченые, нахуй, на голову все, блять. Я думаю... Где Яникс? Где Яникс увидели? Нет, да. А я с Электростали. Да все похуй, Лёх. Да он сказал, что он с Липецка. Что еще включить? Какой еще трек включить? Давай с Банвордами, реально. Ну. А4? Коми, Яникса. Яникса, давай. Давай, а, Яникса, реально. Да, сейчас сначала вам покажу. Как эта песня называется, что-то... Я что-то хожу, Цума, или что-то я с пакетами Цумы, девочка из Цумы. Как она называется? Как это? Не знаю. Бля, как она называется? Цепи? Можно купить, можно включить слякоть плохого парня. Не то. Дежавю. Каждый день начинается с дежавю. Погромче, что ты? Каждую ночь, каждую мать ее долбанную ночь, я вижу один и тот же сон, с года в год. Я уже наизусть его выучил. Я протираю глаза, встаю. Один и тот же сон. Ой, блядь! Сломалась нахуй. Мэн, я ненавижу просыпаться. Это точно знаешь, тот трек? Почему? Не знаю. Каждый день мне снится, как я одел цепь на цепь на цепь, одел цепь на цепь на цепь. Сними себя. Мне все чаще снится кузов Mercedes LS, я кладу. Это такой крит, Лёха, это пиздец. Я постоянно хуйня, блядь. Сокол. Знаешь какой? Я тебе включу, я тебе кину грустный трек. Куда? ВК. Включи там максимально громкость свою. А что такое? Я готов был выпрыгнуть свое заднее окно, чтоб не слышать все те разговоры про любовь. Я готов был пулями ранить себе весом. Это кто поет? Не слышать то, о чем ты мне сейчас несешь. Это кто поет? Хуйло какое-то. Это ты поешь? У меня все нахуй. Тебя отключили, голова. Это трек у тебя кончился. Ну да. 30 минут идет. Так это просто этот. Я протестировал запись в 2018 году. Плохого парня поставь, реально так. Мияги нахуй навалим. Давай, давай. Или этого. Валим, валим, валим на гелике. Гелендваген. Нурминского, давай Нурминского, реально, слышь? Ебать, мы сейчас покупателей прогоняем просто отсюда, нахуй. Десятка в сумке у папы, бля, как заебал хуя, давай, давай, давай. Этот лучше. Давай, как же она заебала уже, мне просто тошнит этот вот трек. А как он называется? Десятка в сумке у папы. Десятка в сумке у папы. Короче. Ты чё так тихо, блядь? А тут такой припев нормальный. Я просто вообще трек не слышал. Писятка в сумке у папы. Это мне клип снимаешь? Да.
Что ты танцуешь, ты ебаный? Твои манаты пришли по видеомузыку послушать, блядь. Че, пойдем отсюда? Че? Че, еще чего нормально? Все, пошли, бля. Пойдем отсюда. Мне стыдно теперь уходить. Давай извинимся перед всеми. Давай. Извините нас, пожалуйста. Извините за эту клоунаду, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста, за эту клоунаду. Я вас очень прошу. Извините, пожалуйста. Максим, ты что не извиняешься? Извинись. Извините нас, пожалуйста, за эту клоунаду. Да похуй. 50-ка в сумке у папы. 45-ка в сумке у мамы. Ты опять жопу снял? Нет. 50-ка в сумке у папы. Мы попить покупать? 50-ка в сумке. Да быстренько зайдем, может быть там тоже будет работать интернет. Тоже будет вырубаться, а тут вырубался. Ну как у вас настроение? Поднялось? Супер? Вы очень красивые, правда. Счастья вам и здоровья. Спасибо. Максюш, елки-палки. А ты что меня снимаешь, блин? А я что снимаю? Ты что меня снимаешь? Не снимай меня, нахуй. Не снимай меня. Ты можешь меня не снимать? Прости, Лёш. Не снимай меня, пожалуйста. Прости, все, больше не буду. Не снимай меня. Ты можешь меня не снимать? Тихо. Ты что, лестница сама едет. Ты что? Тихо, аккуратнее. Девочки, аккуратнее, она сама едет. Ты ебать, Гарри Поттер какой-то! Аж голова кружится, сама лестница идет. Пиздец, тут рыбка воняет. Ага. Кто-то не подмылся. Я не мылся, кстати, 2 дня. Блять, у меня вот эта хуйня росла сзади дома. Там внутри ягодка. Знаете такую это херню? Есть можно? Оказывается, ее можно есть, я ее только ногами лопал. Я ее просто лопал ногами. Говорил, что нельзя есть. Там внутри херня, ягодка, она оранжевая. Вот, видите? Я ее ногами лопал, блядь, она съедобная, оказывается. Пошли попить, купим. Это ж... Слово говорить такое можно? Ты замути, скажи мне. А я не знаю, как замутиться. Ну, ше, мэ, а. Не надо. Шма. Расскажи, где купить ту ростовскую шма. Так, я буду водичку обычную. Но пойдем ближе к кассам, она там теплая. Я холодную не... Нихуя себе. Ебать. Ламборгини, нихуя. Может возьмем? Ты хочешь купить? Ну ладно, похуй. Какие тут. Пойдем водичку возьмем и все. Так, как он тут? О! На меня очень странно посмотрел охранник. Может быть, у него интервью взять? Чё хочешь? За 500 рублей ламбу не хочешь? Халява, что? Да. Очень странно, подозрительно смотрит. Надо надеть маску, чтобы не доебаться. Очень странно он на меня смотрит. Как думаешь, делаем ставки, он доебется или нет? Кто, охранник? Да. Я даже не увидел, что он делает. Ой, какие булочки-то! Какие сладкие, а? Ё-моё. А где вода-то, блядь? Блин. Там была. Да? А вот, а нет. Нужна простая водичка. Простая и неохлаждённая. Ну, что там? Булочки бомба. Можно? Нет. Давай выкинем. Прикольно. О, здесь вода? О, вот здесь водичка. Опа, Макс, твои подписчики. Макс. Где? Вот. 50-ка в сумке у папы. Сумки у папы. Это
что, хлеб швырнул? О, я не швырял. Ебать ты мажор ебаный. Че, охуел? Я его в корзинку взять? Положил. Нет, ты Байкал хочешь взять? Ты про это? Да, ты какую водичку? Я просто начал, мне один человек сказал то, что, короче, вода, которая типа святой источник, как в минерале, это просто фильтрованная из-под крана, а есть вода, которая из скважин добывается. Я почему-то начал пить воду из скважин. Ты ёмнул? Хуй знает почему. 57 рублей, охуеть. Блять, блядь, деньги вообще? Давай, не это самое, не принижайся нахуй, как будто у тебя денег нет на воду. Ну я энергетик возьму. Ну или вот, блядь, энергетик за 139 рублей, охуеть, блядь, а я просто воду за 50 не могу купить. А когда ты покупаешь энергетик, такой, ого, нормальная цена, ну, по скидке 100 рублей, блядь. Хочешь за один заход полторашку купить? Нахуя, она, блядь, из-под крана. Да мне похуй. Из-под крана я и дом могу попить. Не, подожди, сейчас полторашку купим. Байкал четкая водичка. О, сок! Что? Сладкий-сладкий? Кстати, девушки, я у вас видел пельмени вот эти, это бомба. Честно говоря, это очень вкусные пельмени. Приятного аппетита заранее. Куришь. Здорово, куришь. Брат. Я тебя смотрел. Здорово, дядь. Там еще Шадукек, знаешь его? Нет. Не знаешь Шадукек? Ой. Что тут какими судьбами в магазинчике? Ну так, чисто попить Байкала, купить мажор. Мажор, ёбаный. Вот, ну это самое... ну что тогда? Ладно, давай удачи тогда. Давай, братан. Ну давай так по-рэперски, стой. Вот так и вот так. Ну все. Ну... Можно, ребят? Нормально. Чё, знали, Лёха? Давай, братанчик. Да нет. Я тебя знал? Да. О чем сказал? Я тебя видел, пойдем разберемся. Серьезно? Да. Разберемся? Я пошутил, блядь. А ты что, уже выйти хотел? Не, ну с ним-то я могу, кстати. Опа. Начать. Ага. Опа. Эй. Блядь, какой ты... Да ёбаный. А, спасибо, пап. Спасибо, пап. Банковской картой нажми. Сосать. Сосать. О, Леха мне водичку оплатил. -100 в сумке у папы. -100 на карте у папы. Сейчас я дыхание побольше задержу, сейчас как 1,5 литра уебу нахуй. Реально 1,5 литра? Да. Давай наспор. Аспорт? Да. Кто быстрее выпьет? Ты 1,5 литра или я вот этот? Слушай, а неплохой спор. Нормальный, на 100 рублей давай. Да. Надо дыхание перевести и дальше продолжать эфир, правильно? Нет. Сейчас. Ну, водички надо хлебнуть. Я бы еще чуть-чуть воздухом подышал, как раз направо. Не хочешь сейчас ходить? Бля, жвачка хочу. Ну вот, как раз выкинешь на улицу. Блять. -100. Леш, мне надо интеграцию сделать. Давай. Скажи, чтобы перешли по ссылке по Ростелекому. Тариф игровой. Ты рофлишь сняли? Нет, я не рофлю. Я серьезно говорю. Да. Ребят, сейчас там, короче, Ростелеком это бомба интернет, честно говоря. Это реально классный интернет, ребят. Если вы хотите поддержать Максюшу Шадоукека, вот этого сладкого мальчика, вот этого вот хорошенького, я бы его расцеловал. Кому не сложно, перейдите, пожалуйста, по баннеру под стримом Ростелеком, кликните, пожалуйста. Кому не сложно, может там остаться, что-нибудь прочитать. Все, заебало, или оформить интернет. Ну, все. Все, продано, все, окей. Ты меня наебал, да? Нет, я не наебал, просто ну, мне-то заплатили денег, я так не вылезу, а тебе ничего не платили, было так вылезу. Ну ты же меня попросил. Спасибо. 50-ка в сумке у папы, 50-ка в сумке у папы. Он не пизданется? Не знаю, не должен. Не должен пизданется. Да. Я сейчас обоссусь, если честно. Вода бомба.
Тут реальный тим, смотрите, сколько красивых мальчиков. Смотрите. Вы бы его свайпнули сейчас вправо или влево? Максюш. Да не уходите, я шучу. Ясно, ушли. F. F? Почему F? Мы даже на улице. А, все норм? А что это за цифры, блядь? Телефон, номер. Тебе паленый TNF продали? Где? Ну видишь, что за цифры нахуй? Там просто должно быть TNF написано. The North Face. Тебе продали паль, да? Блять. Ты че, блять, делаешь нахуй? А если бы ты сейчас оскорбил своим рыгом кого-нибудь? А? Если бы человек проходил, ты ему на ухо рыгнул, блять. Будь здоров, тебе говорят. Ты че, реально полторашку выпил? Быстрее, чем я, нахуй. Ты чё, дядь? У тебя всё в порядке? Сейчас будет обзор на туалет, нахуй. Атриума. Пиздец ты, лютый, дядь. Я оскорбилась, кухня пишет. Фу. Я урод, я урод, все об этом говорят. Саша, я урод. Написать одному важному человеку. Какому? Ну пойдем. Саше Гринскому. Пойдем. Вон там мусорка. И вон там мусорка. Попадешь отсюда? Сейчас, погоди. Отсюда пустой бутылкой, блядь? Да. Ёбнулся, что, блядь? Кидай! Да. Я перебью там вашу эту дискуссию. Да. Пацаны, что такое? 12 айфонов вообще есть на продажу. Надо? Нет, нет, нам не нужен 12. Арик, гарантия, все понятно. Я только андроидами пользуюсь, вот. Андроид. У нас нет денег вообще, мы сами нищие студенты. Смотрите на него. Весь этот. А это ТикТок. Это ТикТок. О, не, не надо, нам не надо такое, спасибо. А что вы снимаете именно? Это просто ТикТок, лайв. Лайв ТикТок, блог. Вот. Ну, у нас тут мама, мы тут с мамой просто. Вот. Сейчас мама. Это мой друг. Понял, говоришь. Понял, говоришь, я тут с мамой и все, по съему. Ой, блядь, ебать там. Я слышь, пошли внутрь на всякий случай. Мы через пойдем, пойдем, выйдем, пойдем. Блядь. Пойдем. Блять, там их стоит 5 человек, а нахуй. Ты, а ты видел? Айфон предлагали купить запечатанный. Серьезно? Да. А это же тот челик сатаник. Блять, батя на очко сел, пиздец. Реально очко просаживаюсь, когда к тебе такие люди подходят. Это тот, который с охраной был? Что? Станислав пишет, да, что это да, тот, да, это он был? Он был? Да, это он. А, может, он охраннику хотел толкнуть? Что такое? Ничего. Бля, как же неудобно, нахуй, все. Опа. Бля, вот хорошо. А там дамочка сидит, а? Блять, что ж ты к ней так неровно дышишь, блядь, к этой женщине? Это такая, я не знаю, слово можно что говорить? Что ты ебался? Какая? На, М. Ми? Да. Л? Да. Это можно говорить? Ну, почему говорят Милф Хантер? Я хуй знаю, почему говорят. Она ушла, блять. Она ушла, Максюш. Где? Ее нет, мамочка ушла. О, я тебя знаю, кстати. Я тебя знаю, кстати. Надо было спросить, какие бонборды Твича существуют. А, на твоем канале? Иди спрашивай. Не, на твоем, сейчас ты запустишь. Не, я не буду запускать. Я же не буду запускать. Сейчас, погоди. Че ты ищешь? Че ты ищешь? Напишите, напишите, когда Гвинблейд запустят, он следующий стримит просто. А-а-а. Уже? Юля, можно узнать, Юля, кухня, а почему ты заходишь на каждый стрим, где я есть? Так, все, просто ради... Начинайте кидать рейд.
аккуратно. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Все, нам надо прощаться, Лех. Все, чуваки, спасибо огромное за стрим. Кто вернулся, блин, в чат? Да ты заебешь. Спасибо, дай попрощаться. Все, чуваки, спасибо огромное за стрим, что пришли. Тебе, Лех, спасибо, что помог. Не за что, с РЛ. Не за что. Что я бы один вообще не смог, нахуй. Я не могу так, блядь. Ты все сам делал, блядь. Не, я вообще нихуя не делал. Я не могу делать подряд РЛ. Типа, я коплю энергию. Я же вчера делал, я весь выдохшись сегодня, я думаю, все видели. In the